Друзья, всем привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня готовлю полезное мороженое. Вы спросите, разве мороженое может быть полезным? Конечно, может, если приготовить его из полезных для нашего организма ингредиентов. Для приготовления полезного мороженого мне потребуются следующие ингредиенты. 400 грамм замороженных фруктов или ягод. В моем случае это ананасы, но можно брать абсолютно любые фрукты или ягоды по вашему выбору. Также мне сегодня потребуется 125 мл греческого йогурта, у меня 2%. Берите любой йогурт по вашему выбору, главное, чтобы он был натуральным и без добавок. Также 3-4 столовые ложки меда, количество меда можно уменьшить, и 1 столовая ложка лимонного сока. Давайте приступим. Мороженое я буду готовить в блендере, поэтому отправляю все продукты в чашу блендера. Забегая наперед, скажу, что для этого мороженого можно использовать не только замороженные фрукты или ягоды, но и свежие. Но помните о том, если использовать замороженные фрукты или ягоды, тогда мороженое можно кушать сразу. Если же использовать свежие фрукты или ягоды, тогда вам придется подождать несколько часов, чтобы мороженое замерзло в морозилке. Если фрукты или ягоды у вас достаточно сладкие, смело количество меда можете уменьшить. Иногда достаточно 1-2 столовых ложек, но ананасы у меня достаточно кислые, поэтому такое количество меда. Все взбиваю до однородности. Мороженое готово. Если вам нравится мороженое вот в таком вот немного как бы подтаявшем виде, вы можете уже сразу его кушать. Если вы хотите, чтобы мороженое замерзло, было более в твердом виде, тогда отправьте в холодильник примерно на 5 часов. И естественно, если используете свежие фрукты, это займет больше времени. Что мне нравится в этом рецепте, что здесь можно бесконечно фантазировать со вкусами, комбинируя разные фрукты и ягоды. Итак, отправляю в холодильник примерно на 5 часов. 5 часов прошло, и вот так вот выглядит мое мороженое. Мы уже, конечно, успели его попробовать. Видите, оно хорошо замерзло. И можно наслаждаться. Мороженое получается очень вкусным, с ярко выраженным вкусом ананасов. И самое главное, оно полезное. Мороженое низкокалорийное, поэтому можете смело кушать без угрызения совести. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Ну а если это так, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита! И хорошего настроения. До новых видео. Всем пока-пока.